Куличи, яйца, пасхи – это традиционные элементы праздника Воскресения Христова. За последние годы заниматься их приготовлением в домашних условиях стали значительно реже. Да и общественное отношение в этом плане изменилось. Покупка кулича в магазине уже не считается неким моветоном и даже приветствуется. Особенно, если кулич изготовлен на основе качественного сырья, умелыми мастерами, а еще и освящен священнослужителем, то это просто драгоценная находка. Уже много лет крупнейший на территории Дальнегорского городского округа производитель хлебобулочных изделий компания «Росхлеб» с удовольствием идет навстречу всем дальнегорцам, приглашая в преддверие Пасхи для освящения пасхальной продукции отца Андрея. Дорогие дальнегорцы, от всей души поздравляю с наступающим праздником, праздником, торжеством из торжества со светлой Христовой Пасхой. И сегодня в преддверии этого праздника мы вот по традиции ежегодно освящаем куличи для города, и чтобы люди покупали уже освященную продукцию. И слава Богу, у нас вот это стало уже доброй традицией. Я всех поздравляю с праздником от всей души, желаю крепкого здоровья, мира в душе, всегдашней радости о Господе и, конечно же, многое-многое всем и благое лето. Спаси всех, Господи. Аминь. Всего к Пасхе специалисты компании «Росхлеб» выпустят более 10 тысяч вкуснейших пасхальных куличей. Кстати, переживать, что куплено заранее испортится до праздника, не надо. Освященный кулич тем более считается праздничным хлебом, а его создание приравнивается к таинству, и он долго не черствеет. Уже с пятницы, 30 апреля, праздничный крестьянский хлеб разъедется по многочисленным торговым точкам «Росхлеба». А коллектив компании «Росхлеб» поздравляет всех жителей и гостей города со светлым Христовым воскресением. Пусть царствует в ваших сердцах радость и душевный покой. Пусть душа найдет проблески света, а помыслы станут искренними и добрыми. Желаем вам и вашим близким в эти весенние дни ощутить полноту жизни и семейное тепло. Желаем всем здоровья, благополучия и успехов в добрых делах.